народ не Владимир Путин, да, потому что это как бы вот это я против, что у нас там царь-батюшка и так далее. Это Владимир Путин, еще раз, да, человек, нанятый людьми, которые платят налоги. Все, как бы. Сказал, что 21 числа это должна быть последняя капля. Но, видимо, я не знаю, что еще, сколько должно трупов прийти.